В местном отделении «Единой России» состоялось заседание политсовета. Однопартийцы подвели итоги прошедших выборов в представительные органы власти Губкинского и Ямала. Также на встрече приняли решение о создании фракции «Единой России» в городской думе 6-го созыва. Помимо этого рассмотрены кандидатуры для избрания на должности председателя городской думы и руководителя фракции «Единой России». У каждого созыва, да, городской думы, конечно же, наверное, свои задачи, да. И они формулируются у нас и главой города Губкинского, и председателем городской думы, и, конечно же, партийными органами. И, в общем-то, мы для того и создаем фракцию, да, для того, чтобы более точно отрабатывать те запросы горожан, которые имеются, и чтобы наша позиция, она была консолидированной, и, конечно же, чтобы она была в русле тех решений, которые принимает партия на всех уровнях. В партийную фракцию городской думы 6-го созыва войдут 12 депутатов, которых «Единая Россия» выдвигала на этих выборах. Народные избранники намерены продолжить системную работу в интересах горожан и принимать решения, которые соответствуют партийным целям и задачам.